взять в равных долях полынь, пижму, бессмертник, тысячелистник, кору осины, душицу. Залить кипятком и греть на водяной бане в течение 15 минут. Принимать по полстакана 3-4 раза в день перед едой. Далее еще пара простых рецептов из природных антибиотиков, специально против одноклеточных. Лямблии. Смешать в равных долях корень девисила, сабельник, соцветие бессмертника, мяту перечную, корень кровохлебки. Залить кипятком и греть на водяной бане в течение 15 минут. Отвар принимать по полстакана один раз в день, вне зависимости от приема пищи. Хеликобактер. Смешать в равных долях календулу, тысячелистник и зверобой. Заварочный чайник засыпать 2-3 столовые ложки сверху, залить кипятком, укутать и дать настояться примерно 40 минут. Принимать по полстакана за 30 минут до еды. Не менее 4 раз в день. Ох, хорошо.